Сегодня 6 апреля. Вы видите, как грузят КамАЗ для того, чтобы там делать насыпь и создавать таким образом дамбу. Вот здесь, вдоль этой дороги. Мы находимся в районе телецентра. Вот здесь вода уже подходит к дороге. Если она подойдет, то она начнет заливать уже дачи, соответственно. Ну, а это, вы видите, еще результат деятельности человека. В общем, наша безалаберность. И сейчас природа будет отдавать долги. Все это хлынет, вся эта грязь, которая нами здесь засорялась, все сюда, все опять туда на даче хлынет. Сейчас датчики собственной силы выполняют усиление дамбы. Полностью все датчики объединились в беде. Как говорится, свои дома защищают собственными силами уже на протяжении второй недели. В том году подрядная организация, укладывая асфальт, это усиление у нас стерло. Если раньше советских времен дамба была же уже. Это была дамба, была. Вот если вы помните, Оскар, вы же здесь ходите. Здесь с правой стороны было усиление. В том году, когда укладывали асфальт, его срезали вровень. Вместо того, чтобы нарастить эту дамбу, они взяли ее в ноль, срезали. Как говорится, вот теперь датчики собственными силами уже на протяжении более двух недель днями и ночами усиливают дамбы, местами ищут, где протечки. Но опять же хочу сказать, есть же беда объединяет, что главное в нашем народе, как сказать, не отнять, то, что это единственное здесь, не смотрят кто. Национальность, прочее, все объединились. Ну, вы складывали своими деньгами, кто по 10-5 тысяч каждый складывался. Ну, где-то по 10 тысяч вот в обществе стали складываться. Это деньгами. Нанятые КамАЗы, получается, наверное. Возможно, возможно. А-а-а. КамАЗы, погрузчики дадили сейчас вот. А-а-а. Кто-то помогает, возможно. Какие дачи потопятся в случае, если прорвет дамбу, которую вы делаете? Это вот садоводческое товарищество «Зенит», это непосредственно наше общество, где мы живем. Где мы, как сказать, сады, огороды, и у многих, к сожалению, более 200 семей сейчас проживает здесь. А-а-а. Садовое товарищество «Орбита». Садовое товарищество «Дружба», «Друзья природы», «Вишенка», «Родник», «Волна», по-моему, еще, «Кристалл», да? «Волна» за нами находится, но у них чуть посильнее. Но если прорвет все, это как цепная реакция пойдет. Теперь вы будете дамбу делать до самого... Теперь, да? Вот, как мы видим, вот до баллона. Ну, акибат, опять же хочу, да? сказать, в кавычках, акибат нам помог. Ежегодно вывозя мусор, снег, так называемый очистка города, это с мусором. Неоднократно вот вы в своих блогах освещали, другие блогеры освещают. Я непосредственно Айкубек скидываю, ну, ноль внимания. То, что по весне здесь свалка настоящая. И сейчас можно обратить, если водную гладь снимете, там увеличите камеру, там одни бутылки. У меня 28 декабря есть, от 30 декабря видео. Где, когда только первый снег начал падать, там 5 сантиметров даже, 2 сантиметра не было, они уже первым снегом начали возить. Они же, как говорят, сюда при режиме ЧС вывозят. Никакого режима ЧС не было, стали сразу. Экономят деньги, травят свой же народ. Культуры, парка, культуры отдыха. Это что за власть, которая травит своих людей? Давлетьяров Серик. Вы дачник, да? Дачник, да, непосредственно. И зимой, и летом живете, нет, да? Я только летник, в данном случае. Ну, здесь процентов 90 сейчас зимники. Ну, зимники. Там, опять же, где, как сказать, не все равно. У меня родные, близкие здесь живут тоже. Ну и все вы родные здесь люди, все друзья друг другу. Все, спасибо, успехов вам в работе. Спасибо. Ну там была, да, когда мы ходили, там.